Пара американского города Окленд прогуливалась по одному району и услышала из канавы странные звуки. Это оказался маленький щенок, который очень боялся и тихонько скулил, сидя в боковом сливном отверстии. Мужчина с девушкой решили сразу помочь бедняге. Потребовалось около часа, чтобы сначала завоевать доверие пса, а затем вытащить его из канавы, но паре это удалось. Песик дрожал от страха, когда его вытащили, но одновременно был очень благодарен ребятам за спасение. Неясно, как именно пес оказался в этом труднодоступном месте, но люди спасли его очень вовремя. Ребята сразу отвезли его к ветеринару. Врачи определили, что у песика было несколько проблем, которые требовали лечения, и, возможно, с ним жестоко обращались. Пара заплатила за все процедуры и забрала песика. Ребята опросили людей поблизости и опубликовали его фото в соцсетях в поисках хозяев. К сожалению, никто не искал песика, поэтому они решили оставить его у себя. Питомец получил кличку Расти. Сейчас Расти окружен любовью и заботой, и абсолютно счастлив. Ведь когда-то он и мечтать не мог о такой жизни, которую ему подарили эти ребята. Спасибо за спасение. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Отдельная благодарность за репост. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории. Спасение и обзоры.